Один человек пострадал в результате пожара в высотке на проспекте Гагарина. Сигнал о возгорании в многоэтажном доме на пульт оперативного дежурного поступил накануне около 7 часов вечера. После того, как пожарные прибыли на место ЧП, выяснилось, что горит квартира на последнем 20 этаже. Оперативное здание эвакуировали всех жильцов. В тушении пожара участвовали 3 единицы техники и 11 человек личного состава. На ликвидацию возгорания потребовалось около часа, и уже к 20 часам 17 минутам огонь был полностью потушен. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.